Фермер Василий Семенов, который прославился возделыванием экологической чистой чувашской капусты, бессменный участник выставки «Картофель-2013». Его продукция в любое время года чрезвычайно популярна. Поэтому ничего удивительного нет в том, что у экспозиции козловского фермера желающие отведать разносолы выстроились в очередь. Ожидания потенциальных покупателей Василий Николаевич никогда не обманывает. В его овощных рецептах всегда есть изюминка, которую люди всегда с восторгом воспринимают. А капуста – пальчики оближешь. На выставку мы приехали со всеми солеными соглашениями, которые у нас есть на сегодня. Конечно, внушительные делегации. В соседнем здании ярмарки мы торгуем своей продукцией. Квашенности, солености. И, конечно, начали продавать мы с семенами. В хозяйстве освоили производство более 10 видов квашеной капусты. Острая, по-грузински, салатная и даже блюдо, созданное по забытым чувашским и русским рецептам. На такое изобилие потребители находятся всегда. Семеновские соленья тоннами уходят в Москву, Казань, Новочебоксарск, Чебоксары. Василий Семенов в этот раз на ярмарку привез и новинки. В ассортимент у нас в этом году нового уже было новинки. Соленый чеснок, соленый острый перец, хреновая закуска. В этом году фермер решил всерьез заняться и выращиванием капустной рассады, которая займет свое место не только в поле, но и пойдет на реализацию населению. Также сегодня у Семенов можно приобрести и различные семена овощных культур. На сельскохозяйственной ярмарке, что на Николаева в Чебоксарах, в павильоне номер 35 расположен магазин «Семеновские овощи», где всегда можно приобрести свежую овощную продукцию, где цены приятно удивят, а качество уже проверено временем.